Здравствуйте. На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Если церковь против абортов, этично ли рожать детей людям с психическими заболеваниями? Смотря какие заболевания. Бывают самые разные заболевания. И э, иногда человек, э, осознающий свое психическое расстройство или заболевание, вполне может быть прекрасным родителем, прекрасным отцом, который несет в себе это, э, пытается найти утешение и облегчение этой болезни в благодати Божией через таинство. Я могу засвидетельствовать, что психически больные люди, если они регулярно причищаются, они значительно лучше себя чувствуют. И в то же время, которые, может быть, поддерживают свое здоровье с помощью каких-то таблеток периодически принимаемых. Вот, может быть, вполне, конечно, такой человек э, родителям воспитать ребенка, э, но должен быть второй э, супруг, должен быть здоровый. А первый больной должен ему доверять. Вот должно быть такое взаимное уважение и доверие. И он должен понимать свою немощь. Вот, когда он не может, допустим, он срывается, сейчас сорвется, он должен уйти в другую комнату или там запереться в ванну и сказать, там, милочка, пожалуйста, давай сейчас ты, а то я сейчас сорвусь. Вот я не выдерживаю». И таких семей очень много.